бағдарлама демеушісі усадьба бақша орталықтары көшеттер отырғызуға арналғанның бәрін ұсынады. Сіздерді Қостанайда Амангелді 95-те және Тобыл қаласындағы Агромаксте күтеміз. Здравствуйте! Сегодня мы вновь в садово-огородном центре «Усадьба» для того, чтобы познакомиться с ассортиментом новинок овощных, цветочных и ягодных культур, которые предлагаются здесь, в этом торговом центре. В этом году у нас по просьбам наших покупателей увеличился ассортимент фирмы «Партнер». Вот. Ну, вообще она себя зарекомендовала очень хорошо. Сорта и гибриды огурцов, помидоров очень урожайные. Вот. И в этом году мы привезли перцы, правда, всего два сорта пока. Но это на пробу, чтобы покупатели распробовали, посмотрели. Вот два перца сладких и один горький. Это перцы урожайные, толстостенные, крупные, очень хорошие. Поэтому, кто хочет испробовать фирму «Партнер», может попробовать вот эти перцы. У них, значит, в этой фирме еще хороший ассортимент огурцов. В прошлом году у нас были только директор, Шоша и еще несколько сортов, которые популярны. В этом году ассортимент увеличился. Огурцы очень хорошие, урожайные. В основном все огурчики ранние, есть салатные огурчики, такие как Герольд, абсолютно гладкие, которые используются для салатов, небольшие, с маленькими семечками. Вот, есть огурцы универсальные, засолочные. В общем, добавились еще ранние сорта, супер ранние. В общем, огурцы все самоопыляющиеся, которые дают хороший урожай. И помидорки. Для любителей экзотики у нас привезли полосатый шоколадный, который спрашивали покупатели. Черри, желтые и черные. И любимые банановые ноги. Желтые перцевидные помидоры. Вот. Ну и значит, у них в ассортименте еще большое количество помидор засолочных, ранних, крупных помидор, которые вот, значит, различные формы, сердцевидные, длинные формы можно вот выбрать для себя. Значит, и на засолку, и салатные. В основном помидоры ранние, очень много сортов низких. Очень удобно, что не нужно подвязывать. Но также есть индетерминантные, высокие сорта. И из них выделяется сорт еще монгольский карлик. Монгол карлик, да. У нас покупатели его любят за то, что он низкий, у него длинные плети. Вот. Ну, его тоже не нужно подвязывать. И, как говорят покупатели, очень урожайный. Есть покупатели, которые очень любят что-то своими руками вырастить изначала. То есть вот из семечки и до уже какой-то ягодки или какого-то овоща. Значит, и вот в эту группу входит у нас клубника, земляника, вот, которую можно посадить из семян, вырастить куст и получить на этом кустике урожай. У нас есть крупная вот фреска, клубника, которая, ну, большая, настоящая клубника. И есть ягодки, землянички, которые, как лесная земляника, мелкие. Ну, они урожайные, они очень ароматные, их на кусту очень много, и они, ну, как бы попроще в выращивании. И вот нам с фирмы «Золотая сотка» в этом году пришла клубничка, которую можно выращивать даже как горшочную культуру в комнатных условиях. Она абсолютно без усов, она хорошо кустится, и вы можете, если у вас нет дачи, получить урожай у себя на подоконнике. Вот. Ну, она также может выращиваться на улице, как полноценная земляника. И вот в этом ряду вместе с клубничкой и земляничкой у нас желтый арбуз, тоже для любителей экзотики. Арбуз снаружи обычный, а внутри желтый. Мякоть очень сочная, сладкая, вкусная, с ароматом манго. Вот. И, ну, черные маленькие семечки можно взять, попробовать. Арбуз, в принципе, как у нас все арбузы выращиваются, ему нужно тепло обязательно. Поэтому, чтобы как точно выросло, лучше посадить его на рассаду. То есть вы тогда уже точно получите урожай, потому что в нашем регионе, где у нас то холодно, то тепло, лучше, если это все будет выращено заранее. Сейчас все больше и больше покупателей хотят вырастить сами картошку, которая не больная, которая урожайная, потому что кому-то нравится сорт, но не могут найти товарные клубни, чтобы получить хороший урожай. Поэтому мы завозим семена, чтобы человек мог сам посадить, вырастить себе посадочный материал, который абсолютно не больной,
вот, который урожайный будет очень, потому что картошка, выращенная из семян, она в основном имеет... Ну, свойство не болеть, да. Попробует он этот картофель только в следующем году? Нет, попробует в этом году. Вырастят клубни небольшие, ну, как товарные клубни будут, вы можете которые съесть, и маленькие клубни, которые вы оставите себе на посадку на будущий год. И на будущий год вы уже получите урожай полноценный с этих семян. Как обычно, в это время люди берут петунию. Петуния у нас разных окрасок, многообразная, махровая есть, бахромчатая. Вот. Ну, вы можете прийти посмотреть сами, что у нас ее много. Вот. Ну, в этом году у нас новинками является серия «Мистрал». «Мистрал» в прошлом году выращивали ее на рассаду, но как бы не все цвета были. А в этом году можно прийти и взять все цвета, чтобы посадить, чтобы было красиво. Вот. Чем она отличается? У нее очень крупные цветки, и они бархатистые такие, с налетом, смотрятся как махровень, ну, бархатистые сверху. Вот. Причем кусты небольшие, компактные, их можно выращивать на как балконную культуру, как в балконных ящиках, можно в кашпо, в подвесных кашпо, можно в горшочках на ножке в кашпо. Вот. Будет смотреться очень красиво и аккуратно, потому что они при своем цветении образуют такую хорошую шапку пушистую. Поэтому вот «Мистрал» у нас представлена в этом году красный цвет, вот белый есть, и вот темно-бордовый цвета вина такого. И еще афродита в этом году у нас появилась красная. Была белая афродита, бордовая была. Вот. И в этом году появилась красненькая. Тоже вы можете посадить теперь все цвета, чтобы одного сорта были в кучке, и будет у вас очень красивая грядка. Ну, естественно, смеси, которые у нас есть. Махровые смеси, бахромчатые смеси, ну, с каемочкой белой. В общем, разные, какие вы вот придете, выберете, и вам понравится. Вот, наряду с этим сейчас вот садится и очень широко используется комнатные растения в озеленении летом, вот, как однолетняя культура. Вот пеларгония у нас, может быть, по городу, вот, наверное, замечали, набирают обороты у нас везде, их садят подвесных кашпо, да. Вот, и еще мы можем предложить в этом году колюсы, тоже люди сейчас вместо декораций, декорации растений, различных травянистых садят вот эти колюсы, потому что они просты в выращивании, вот, они очень декоративные, очень красивые, все лето у вас декоративные листья на вашем участке, цветут они в конце лета, ну, их в основном садят не из-за цветов, потому что цветки бедненькие, а именно из-за их красивых листиков. Ну и катарантусы тоже. Катарантусы у нас есть плетистые, есть катарантусы просто кустовые, розовые, белые. И вот в этом году появилась у нас смесь катарантусов гибридная. Тоже они вот выращиваются как комнатные растения. И можно вырастить на улице как однолетняя культура, которая цветет все лето. Вот потом вы можете... Ну, не с гибридов, конечно, с обычных собрать семена и посадить на следующий год еще раз. Для любителей эустомы в этом году у нас тоже есть сюрприз. У нас в основном эустома садится с ноября месяца, начиная, и по январь, по февраль садовая эустома, значит. И есть покупатели, которые хотели бы вырастить, но уже опоздали. И мы привезли для них комнатную эустому, которая может выращиваться, вот, начиная тоже с декабря месяца и по апрель месяц, то есть они еще успевают ее вырастить. А цветочек комнатный, небольшой. Если у вас нет удачи, то вы можете посадить дома, и эта эустома будет радовать вас на балконе, либо на подоконнике. Кустики небольшие у этой эустомы, поэтому она в выращивании будет несложно. Также сеется, как и петуния, и обычная эустома по поверхности. Не присыпается землей, прикрывается стеклом либо пленочкой, для того, чтобы всходы появились как положено. И еще у нас для любителей герани сюрприз, потому что поступила садовая герань. Это большие, объемные, крупные кустики. Вот, цветет она очень обильно. Шапки большие, до 12 сантиметров в диаметре. Вот, обильно лиственная. Можно выращивать в горшках, на балконах, в кашпо. Ну, просто посадить на землю. В общем, где вам нравится, объемные большие кусты герани будут радовать вас все лето. Посадка производится, да, опять же, сейчас можно посадить, для того, чтобы герань цвела все лето.
Ну а сейчас отвлечемся от дел огородных и поговорим о братьях наших меньших. Не так давно в нашем городе открылась стационарная ветеринарная клиника, в которой могут получить квалифицированную ветеринарную помощь наши питомцы. И вот сейчас небольшой репортаж из этой клиники. Стационар создан у нас с целью, чтобы принимать больше животных. Очень много бездомных животных, куда люди не могут их пристроить, отнести на временную передержку. И вообще, когда животное болеет, не все люди могут дома ухаживать, правильно, скажем, ухаживать за ними. Мы помогаем в этом, и они находятся у нас здесь. Мы предлагаем свою услугу. Вот, животные находятся здесь, где проходит круглосуточное наблюдение врача. Мы работаем круглосуточно. Круглосуточно ветеринарный врач периодически смотрит за животными. Кормим, естественно, принимаем все процедуры, которые необходимы. В основном приносят люди животных, которые нашли на улице. Вот. Первые процедуры, естественно, мы делаем обработку, дегерметизацию, обработку от эктопаразитов. Вот. Сыворотку делаем для того, чтобы животное не могло здесь заболеть каким-то вирусным заболеванием. Они обычно с тепла, с улицы в тепло попадают и начинаются какие-нибудь проблемы. Даже с обмороженными лапами сейчас много животных. Первые процедуры сделали. Прошли, животное находится у нас, и волонтеры, скажем, они находят новых хозяев. Дают рекламу, выставляют фотографии, находят. Это не быстро происходит, что очень печально. Это бывает месяц, бывает полтора, бывает два. Животное находится здесь. И они спросом пользуются, да. Если это котята маленькие, конечно, их быстро заберут. А уже постарше животное, оно подольше будет сидеть. Обязательно перед тем, как отдать в новые руки животное, мы стерилизуем или кастрируем. То есть животное уже уходит стерильное. Здесь уже комплекс у нас. Мы работаем как ветеринарная клиника. У нас также есть стационар. У нас также есть зоогостиница, где люди, даже которые уезжают в отпуск или там на 3-4 дня, могут оставить свое животное здесь. Вот. Также у нас имеется рентген цифровой, где мы уже проводим диагностику. И УЗИ. УЗИ оборудования тоже мы имеем. Можем пройти также обследование. Еще недавно мы приобрели видеогастроэндоскопию. В городе нет такого оборудования. Думаю, что тоже будет пользоваться спросом. Это уменьшит оперативное вмешательство. Тесные контакты имеем с волонтерами. Это те люди, которые в Инстаграме размещают объявления о помощи для животных. Когда они находят кота или собаку, даже бывает очень трудно им поймать. Помогают многие, вы поверьте, очень много любимцев животных. Не все волонтеры любят, чтобы их называли волонтерами. Они говорят, мы помощники, там, мы помогаем, мы любим, ну, вот так, просто добрые люди, скажем так. Их на самом деле много, вот я бы сказала, много. Есть группы, они в Инстаграме все размещены, это группы, есть кто-то сам по себе. Есть неравнодушные люди, которые приносят и за свой счет держат одно животное, два, три. Есть у нас такая девушка, три животных она оплачивает, она никаких сборов не ведет, она оплачивает сама за свой счет, она имеет на это возможность, у нее это ее желание. Есть вот девушка, которая нашла мальчика вот этого, попросила в Инстаграме помощи, привезите все, я оплачу операцию. Она оплатила операцию, не дорогостоящую операцию, потому что у мальчика сломан был таз. Мы сделали сложную операцию впервые в клинике позавчера. Вот этого барона, барон его назвали. И Лиля оплатила хорошую сумму за эту операцию. Вот. А есть неравнодушные, которые не имеют на это, которые ходят вечерами, кормят по всем, скажем, местам, где знают, есть животные. Вот. Но когда уже в тяжелом состоянии, они несут в клинику, но им не на что, и мы знаем, что им не на что. И все, тогда подключаются же волонтеры какие-то, ведутся сборы. Где-то мы помогаем. А вот это у нас барон. Мальчик злючка, мы еще его не социализировали, уколы делать очень сложно. Привезли
его Лиля, слышите, рычит. Близко подходить нельзя. Барончик, барон. Но мы умудряемся, находим. Он еще не понял. Он, видимо, не видел еще добрых людей. Вот. Очень печально, жалко. Его нужно обрабатывать, конечно, мы с такими усилиями. И, ну, будем находить. Да? Будем дружить, барон. Вот эту кошечку принесли к нам вчера. Печальная история, принесла девушка, говорит, папа ударил. Ударил по голове, за что-то там запроказничало, еще кошечке 5 сильная лет. Травма. Сильная травма глаза, глаз придется удалять. Вот, сейчас она ждет операции. Этот котик у нас, Гарик его назвали, его нашла. Вот так. Он довольно-таки взросленький у нас. Его нашла женщина на улице. Вы знаете, привезла. Оплатила уже даже до вакцинации мы дошли. Мы обработали его. Все сделали. Он у нас кастрирован. Вот такой. Ему здесь очень хорошо. Обмороженные ушки вы видите, да? Но котик благодарный. Тоже ждет своего хозяина. Она приходит, навещает всю семью его. Это наш Тайсон. Это восточноевропейская овчарка, да, ему 10 лет. Он гулял с хозяином по дворам, скажем так, и засунул лапку в чужой двор, где лаяла собака. И попал в зубы алабаю. Хозяин звонил, никак не мог дозвониться, хозяев не было дома. Пока, наверное, минут 7, наверное, держал в зубах лапу. Здесь перелом сложный, здесь вывих, связки все порваты, связки, сухожилия, все порвато. Здесь сделали операцию, здесь так оставили заживать. Уже он у нас, наверное, 2 недели. Здесь рана очень большая была. Сейчас отек, спал, а раньше была лапа в 2 раза больше. Он послушный мальчик, вот он не зализывает. Мы ему говорим, нельзя, вот эта ранка уже заживает очень хорошо. Он сам ходит на улицу, хромает и ходит. Тяжело ему, но он выходит сам гулять. Он здесь в туалет не ходит у нас. Да, Тася? Да, солнце. Да, солнце. Хозяин его приходит, навещает и утром, и вечером. 2 раза в день. Бывают разные случаи. Мы всегда пытаемся найти подход к животному индивидуальный. Пытаемся как-то договориться, грубо говоря, так. И нам часто помогают тоже и владельцы, либо же волонтеры, которые привозят животных. Если не тот вариант, к сожалению, не помогает, то мы... Обездвиживаете. Да. Используем средства, которые обездвиживают животных. То есть это мини-наркоз получается. Тогда только так. Но в любом случае этот вариант мы стараемся применять как можно реже, потому что все-таки нужно найти подход к животному без этого. Нам же с ним и в дальнейшем работать, то есть на обездвижке далеко не уедешь. Сейчас очень часто у нас переломы встречаются. Ну, буквально каждый день приходит тот или иной пациент, кошка либо собака с переломами. Поэтому это прям очень-очень частая панацея, к сожалению. Далее. Под колеса попадают? Бывает под колеса, бывает вот как наш пес, у него тоже переломы, собаки покусали, упали откуда-то. Ну, то есть получить перелом – это не так на самом деле сложно, как казалось бы. Бывает, даже бежал, немножко лапку подвернул, уже перелом. То есть это очень часто встречается. Также у нас воспалительные реакции очень часто смотрим, внутренние кровотечения, но это чаще всего, понятное дело, после аварий каких-либо. Увеличение органов, опять же, воспаление, какие-то травмы головы, ну, то есть это все очень часто встречается. Сегодня, допустим, приходил кот, упал с подоконника, ударился об батарею, у него перелом челюсти. У нас рентгенаппарат, во-первых, цифровой. Это не как старого поколения, где нужно снимки оцифровывать очень долго, через несколько этапов, то есть где-то их в какой-то жидкости, чтобы они находились. У нас цифровой, снимки готовы уже через несколько минут. Поэтому и ускоряет диагностику, да. И качество снимков в разы лучше, чем на старых аппаратах. А также преимущество нашего рентгенаппарата в том, что излучение тут минимальное. То есть мы выбирали именно для того, чтобы мы могли, как врачи, работать с ним каждодневно, чтобы владельцы, когда приходили, на них было меньше излучения. Ну и самое главное, чтобы на наших пациентов тоже
наименьшее излучение проводилось. Поэтому буквально несколько месяцев назад мы приобрели еще и УЗИ-аппарат. Это также УЗИ-аппарат нового поколения, поэтому сейчас постановка диагноза у нас очень-очень облегчается тем, что и рентген-диагностика есть, и УЗИ-диагностика есть, поэтому поставить диагноз намного легче. Режим работы у нас с 9 до 7 работает 3 врача-специалиста. С 7 до 12 принимает один врач. До 12 ночи принимает один врач. Если срочная какая-то ситуация, нужно привести там вольер посадить. У нас на улице еще вольеры для собак. Вольер посадить или срочно некуда деть животное, сбили там или это. Мы также ночью откроем двери и примем всех, потому что у нас дежурный врач здесь круглосуточно. Ночью мало кто обращается, конечно, но с 7 после 12 прям идут люди на повтор, потому что работают до 7, не каждый может до 7 часов успеть в клинику. Поэтому мы продлили рабочий день до 12 часов. Спонсор программы «Садовые центры «Усадьба» предлагают все для выращивания рассады. Ждем вас в Костанае на Амангельды 95 и в Агромаксе города Тобыл.